месте дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли 4 человека, работает следственно-оперативная группа органов внутренних дел по Емельяновскому району и Главного следственного управления. Предварительно установлено, что на федеральной трассе около поселка памяти 13 борцов произошло столкновение грузового автомобиля с легковым автомобилем. Водитель отечественного автомобиля двигался со стороны города Красноярска в направлении города Ачинска. В результате столкновения погиб 17-летний водитель «Жигулей» и трое его пассажиров. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.